Здравствуйте, вы смотрите 7 канал, в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Хорватия ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом сообщил глава МИД нашего государства Павел Климкин. Напомню, ранее соглашение ратифицировали Болгария, Венгрия, Латвия и Литва. К ним присоединились также Мальта, Польша, Румыния, Словакия, а также Чехия, Швеция и Эстония. Тем временем Венецианская комиссия поддержала украинский закон об очищении власти. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. Он отметил, после двухдневных консультаций с украинской делегацией комиссия кардинально изменила предыдущий вывод по закону о люстрации. Но документ требует доработки. Его будут совершенствовать совместно с экспертами комиссии. Министерству обороны на 2015 год нужны 50 миллиардов гривен из госбюджета. Об этом сообщил глава ведомства Степан Полторак. Орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує Міністерство оборони. Чому така сума? Перше, і на що витрачаються основні видатки? Перше, тому що відповідно до загроз прийняти задум на наступний рік щодо розвитку Збройних сил України. В ньому передбачається створення нових частин і підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, чотири оперативні командування, які буде управляти і керувати Збройними силами України по територіальному принципу. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що треба врахувати при плануванні наступний рік і те, що ми передислокували військово-морський флот з Криму, і відповідне рішення щодо розташування, облаштування так само треба врахувати. Кроме того, возросли расходы на содержание вооруженных сил. Если в прошлом году в их состав входили 130 тысяч человек, то в нынешнем 232 тысячи. В будущем году состав ВСУ планируется увеличить до 250 тысяч военнослужащих. Страховая медицина в Украине появится не скоро. Не спешите вводить ее, призывает министр здравоохранения Александр Квиташвили. Он уверен, это нужная и обязательная вещь. Но чтобы она заработала, лечебные учреждения должны быть готовы к этому. Они должны адекватно реагировать на существующие потребности. Сейчас же есть риски, из-за которых в систему не войдет ни одна страховая компания. Создавать государственную компанию, которая будет заниматься страхованием, министр отказывается. Кабинет министров Украины еще не утвердил график повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко. Сьогодні графіка підвищення цін на житлово-комунальну послугу на даний момент часу немає. Сьогодні йде робота в уряді по погодженню цих питань. Я можу сказати одне, як тільки буде готовий графік, відразу під цей графік буде визначена потреба наших служб, Міністерства соціальної політики, безумовно, на виплату всіх допомог. Ви знаєте, що у нас діє сьогодні дві програми. Перша програма – програма субсидій, адресних субсидій. І друга програма – програма компенсації за підвищення цін для людей, у яких прожиткові доходи менше прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день ми маємо піковий час звернень до органів праці вже пройшов, бо це, як правило, жовтень, листопад, грудень. Якщо не буде підвищення цін, ми виходимо на цифру стандартну по грудню, десь січню місяця, це буде 1 100 000 200 000 людей, які будуть отримувати субсидії. Безумовно, буде новий графік, всі кошти в державний бюджет на виплату субсидій і цих допомог будуть передбачені. Населению могут снизить тарифы на электроэнергию в ночное время с 23 часов вечера до 7 утра. Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила соответствующее предложение. Тариф могут снизить с 0,7 до 0,5. Указанную норму будут применять при использовании бытовыми потребителями двухзонного учета электроэнергии. Таким образом, комиссия планирует стимулировать граждан потреблять больше энергии ночью и выровнять график нагрузок в энергетической системе страны, снизить объемы потребления электроэнергии в пиковые периоды. В зоне АТО на освобожденных территориях идут восстановительные работы, ремонтируется поврежденная инфраструктура, жилье и хозяйственные здания.
Триває процес відновлення житла на звільнених територіях, зокрема в Артемівському районі. Закінчені ремонтні роботи у 8 житлових будинках. Сім'ї туди вже повернулися і не бояться зустріти зиму. Станом на сьогодні з початку АТО у Донецькій області «Донецькміськгаз» поновив газопостачання понад 150 тисячам абонентів. Всього з початку АТО в області відновлено понад 1700 розподільних газопроводів, що становить понад 85% пошкоджених в області в результаті обстрілів терористами. У місті Маріуполі відновлено газопостачання понад 5,5 тисяч абонентам. США провели первые испытания лазерной пушки. Тестирование прошло в Персидском заливе на борту военного корабля. С помощью лазера уничтожали цели на подвижной лодке и беспилотнике. Сейчас новейшее оружие может справляться только с небольшими целями и бьет не дальше 1 километра. Но оно очень экономично. Выстрел обходится примерно в $1. Гораздо ниже и расходы на разработку такого оружия по сравнению с традиционным. Деловой центр Гонконга открыли для транспорта. Палатки и баррикады демонстрантов убрали. А вот часть протестного лагеря на тротуарах осталась. Как долго намерены стоять активисты и поддерживают ли их другие граждане, смотрите далее. Главные дороги у здания администрации Гонконга больше 2 месяцев были эпицентром демократических протестов. Прохожие говорят, баррикады создавали неудобства для работающих в центре людей, но цель протестующих добиться свободных выборов была правильной. Конечно, сейчас стало удобнее. При этом, как госслужащий, я не могу говорить с политической точки зрения. Но как гражданин считаю, что то, за что они борются, в долгосрочной перспективе хорошо. Все с этим согласны, даже правительство. Но чтобы проработать все детали, требуется больше времени. Накануне полиция арестовала более 200 активистов и расчистила главное шоссе от баррикад и сотен палаток. При этом часть протестного лагеря прямо у гонконгской администрации осталась нетронутой. Я не думаю, что они нас потеснят, поскольку эта зона как раз предназначена для людей, которые хотят передать какое-то послание правительству. Так что не думаю, что нас сместят. Это не так, как в отношении автодорог. Расчистка района Адмиралти началась через 2 недели после того, как власти убрали баррикады в районе Монкок по ту сторону залива. Тогда несколько ночей между полицией и протестующими вспыхивали стычки. Напомним, люди требуют проведения избирательной реформы. Но коммунистические власти материкового Китая заявили, в ближайшие годы не планируют предоставлять региону право свободных выборов. Аналитики уверены, протесты стали самым большим испытанием для Компартии КНР с 1989 года. Тогда власти жестоко подавили студенческие демократические выступления, проходившие в центре Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Клинические испытания вакцины от лихорадки Эбола временно приостановили. Тесты решили прекратить после того, как сразу 4 пациента пожаловались на боли в суставах. У некоторых волонтеров медики обнаружили болезненные состояния в суставах пальцев. Поскольку такого мы не ожидали, хотя это и встречается при вирусных инфекциях, мы решили приостановить тесты на несколько недель, чтобы понаблюдать за тенденциями у большего числа пациентов. Симптомы проявились в конце первой недели испытаний. У некоторых пациентов также незначительно поднялась температура. Тесты планируют возобновить 5 января. Участвовать будут 15 волонтеров. Перед этим врачи удостоверятся, что симптомы в суставах были слабыми и непродолжительными. Напомню, эпидемия Эболы уже забрала жизни уже больше 6 тысяч человек. В мадридском аквариуме готовятся к празднованию Рождества. 2 дайвера погрузились среди плавающих акул, чтобы установить картинки с изображением рождественского вертепа и праздничным приветствием посетителей. Такие погружения уже стали традиционными. Аквариум украшают в декабре каждый год. Дайверы говорят, 6 плавающих рядом акул не пугают их. Они знают, что приближается Рождество, и мы что-то установим там. Мы делаем это с момента открытия аквариума в 1995 году. Поэтому они знают, что сменилось время года. Мы снижаем температуру воды и устанавливаем в аквариуме вертеп. Большинство акул довольно мирные, поэтому не важно, кто плывет в аквариуме. Ничего не случится до тех пор, пока им не попытаются нанести вред, вытащить их или броситься на них. Картинки с изображением рождественского вертепа неизменно привлекают внимание посетителей. Отмечу, что в мадридском аквариуме представлены 20 видов обитателей водного мира. Среди них акула-бык, акулы-няньки, скат-хвостокол и барракуды.
В Греции на всеобщее обозрение выставили модель афинского акрополя из кубиков Лего. На необычный шедевр понадобились 120 тысяч элементов конструктора. Над созданием трудился сертифицированный специалист Лего, австралиец Райан Макнот. Ему понадобилось 300 часов в течение 3 месяцев. Подробнее об этом далее. Копия древнего памятника из Лего – подарок Греции от Сиднейского университета. Теперь он находится в музее Акрополя в Афинах. Модель отображает различные периоды истории древнего памятника. Здесь представлены эпизоды древней истории, истории 19 века и современность. В целом получилось очень хорошо. Думаю, благодаря этому легче проследить историю Акрополя. Из кубиков Лего выросли памятники древнегреческой и античной культуры Парфенон и Эрехтеон. Поблизости расположились боги и герои древнегреческих мифов. Можно увидеть и лорда Элгина, который в начале 19 века перевез в Лондон из Акрополя множество шедевров античности. Рядом нашлось место и для фигурки древнегреческого архитектора и скульптора Фидия, который простирает руки к небу, словно страдая из-за потери реликвий. Мраморы Элгина до сих пор остаются предметом спора между Грецией и Великобританией. По-моему, это гениально – поставить фигурку лорда Элгина рядом со скульптором Фидием, протестующим против вывоза мрамора. В Лего Акрополе запечатлены и другие интересные события – выступление Элтона Джона в древнегреческом театре, эпизод из произведения Агаты Кристи и путешествующий в повозке волшебник Гэндальф, один из героев трилогии «Властелин колец». Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.